Здравствуйте, мои дорогие друзья! Хотите что-нибудь вкусненького к чаю? Тогда оставайтесь со мной, потому что сегодня я буду готовить очень вкусный и быстрый влажный пирог к чаю. В миску вбиваем 4 яйца, всыпаем 2 стакана сахара и взбиваем миксером до пышной светлой массы. Через мелкое сито просеиваем 30 грамм какао. Аккуратно перемешиваем венчиком и миксером до однородной массы. В жидкую массу вливаем 1 стакан растительного масла. И 1 стакан молока. Перемешать. Отключаем миксер. От полученной массы отливаем 1 стакан, он нам понадобится для пропитки пирога. В 2 стакана муки всыпаем 10 грамм разрыхлителя и просеиваем через мелкое сито к общей массе. Перемешиваем венчиком и взобьем миксером до однородного состояния. Тесто готово. Форму, застеленную пергаментной бумагой, смазываем растительным маслом. И вливаем полученное тесто. Отправляем пирог в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 45 минут. Готовность проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой. Сверху на горячий пирог постепенно вливаем 1 стакан заранее подготовленной пропитки и распределяем ложечкой по всему пирогу. Сочный, аппетитный, влажный пирог готов. Побалуйте себя и своих любимых этим замечательным пирогом, и вы останетесь довольны. Также не забывайте ставить свои пальчики вверх и подписываться на мой канал. А вам я желаю приятного чаепития и готовьте с удовольствием. Пошаговый рецепт вы найдете на моем сайте. Ссылочку я оставлю внизу под видео.